Самарские крылья Советов уже 28 мая в гостях попробуют сохранить свое место в российской премьер-лиге. Они сыграют с одной из команд ФНЛ. 2 июня ответная встреча на Самара-арене. По ее результату решится, вылетит ли наш клуб в первый дивизион или сохранит место в элите отечественного футбола. Телекомментатора бывший футболист Амкара, который тренировал нынешний наставник крыльев Миодрак Божевич, считает, что действующему руководству самарцев нужно больше времени. По своим возможностям, по составу, конечно, крылья – это команда, которая не должна ни в коем случае бороться за стыковые места в чемпионате, за сохранение места в премьер-лиге. Я думаю, что крылья – это как раз команда, которая вполне могла бы быть на месте Ростова. Да, вот где-то рядом с зоной Еврокубков. И Божевич – это тренер, который очень хорошо дает результат в миг. Вот прямо моментально он пришел, всех расслабил, наладил коммуникацию, химию в раздевалке, весело, задорно. Все тренируют с удовольствием. Я разговаривал там с Ромой Шишкиным, он говорит, ну, Божевич – это вообще красавец. Он понимает состояние у футболистов. По данным собственных источников ТРС, сейчас футболистам крыльев задолжали зарплату за 2 месяца. Деньги ушли на непредвиденные расходы на процедуру лицензирования. По мнению московского футбольного аналитика Михаила Поленова, такие важные детали не могут не влиять на результат. Две вещи – финансирование и управление. И именно в таком порядке. Потому что без денег управлять особенно нечем, а когда денег много, но нет управления, это тоже заканчивается плохо. И, конечно, формирование управленческих традиций. Когда руководство приходит не под конкретную какую-то задачу, там, на сезон, на два, вот вывести команду в премьер-лигу, а там разберемся. Мне кажется, должна быть какая-то стратегия. Сейчас в крыльях, по-моему, очень даже неплохой состав. Он явно не для стыковых матчей. Впрочем, состав как раз серьезно ослаблен. Из-за травм вылетело до осени сразу 5 игроков основы. И по оценкам врачей, никто из них не сможет восстановиться к стыковым матчам. А это значит, что шансы крыльев в битве за прописку в РПЛ существенно понижаются.